92-й минуте. Потрясающий матч, 3-3. И ведь тогда уже у Алексея Баги с Шахтером были проблемы здесь как раз-таки. Артем Рахманов, капитан команды. 34-й Алексей Вакулич, 62-й Михаил Гордичук, 63-й Вакулич. Гордичук. Эх, ну ждал, мне кажется, Гордичук, что Барковский забежит вперед. В итоге удар Ильи. Черняк пожадничал откровенно. Там один Вакулич был даже вот такая. Возможно. Пас во фланг. Кассуно. Вот что, что когда пробьет. Пожалуйста. Уже не интересно, уже Юрий ждать. Потом, когда забьется, здорово обыграл соперника, кстати. Легко Владислава Кабышева за спиной оставил. Пробил слева, хорошую позицию для того, чтобы пробить. Водиться не надо у своих ворот. Ну и свирепо, заметь, да? В трио центральных игроков, как Усаков сейчас отбирал. Момент! Ой-ой-ой! А что это такое? Это 1-0? Это 1-0, потому что стоял игрок Шахтера ближе к воротам, нежели Кисляк на дальней штанге. Молодой удар не получается, но Кисляк забивает на 17-й минуте. Ну вот. Ну да, нет, это Янковский был, а Зинькова был. Да. Вот смотрим, вот игрок, который вот держал, видишь, Черняка, он создавал глубину. Правильно, да, держал? Глубину атаки, вот, вот да. Видишь, создавал глубину атаки для Кисляка. По-моему, это... вопрос есть, потихонечку приучил к тому, что эта команда не собирается сдаваться даже, несмотря на столь молодой состав. А ну-ка! Очень, очень долго Сергей Кисляк, очень долго. Если он шикарно пас Кисляку отдал, ну а Сергей, так, Кабышева. Гружевский, Кабышев. Навес. Ну-ка, ну-ка! Ой-ой-ой, не попадает в ворота, да? А так неплохо все было. Зиньков бил и чуть-чуть не попал. Так отскок. Да не, нормально. Да, не попал. Хотя потер Ковалевич. Кабышев назад. Гружевский. Да, поближе да. Уже, смотри. И бьет по воротам. Ух, Хазакевич хорош. Гружевский. Главное, что всем видом показывал Гружевский, что будет грузить. И тут раз. Не знаю. Да, отскок, конечно, повлиял, и говорит себе, идите вы в штрафную туда. Вот. СНО, Вакулич, который рядом на линии штрафной находится. Блащицкий, перекладина, добивание и... Еще молодой пытался пробить, и попал в голову соперника. Ну, хороший навес, да? Рахманов. Молодец, молодец, кстати. Вышел и сыграл руками. Да, выбивает, да, мяч у Гривенева из-под ног. Ляв. Но, кстати, очень классно сыграл. В общем, ничего не добавит судья, мне кажется. Эссоно! 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 Но Малашинскому здоровье, он лежит на газоне, но Эссоно забивает за 8 секунд до конца 45-й минуты. Ну, я так скажу, заслужил этот парень. Пасует дальше Кисляк. Ну, конечно, Сергей Кисляк. 1-1, да? Очень классное выступление сегодня у Кисляка. Ну, я вот... Эссоно, конечно, классно все сделал. Челси истук на перерыв. А то все никак... Динамо обыгрывает Шахтер. 17-я минута. Кисляк пас Ладое. 90-й. Мне кажется, вот его должен просто Александр Бразильевич не выпустить на поле. В концовочке, может, если команда будет выигрывать, опасно, 3-0. Ковалевич забивает, да, на 70-й. Гордичук пас в центр, здесь поборолся Вакулич. То есть вот здесь, не, передача перехватывает ТВ, Олехнович, Гордичук. Гордичук отбирает под удар, удар по воротам, а здесь был ли фол вопрос. Ну, жду повтор от коллег. Ну, в принципе, поднимается. Или соперники. Давайте посмотрим этот момент. Повторим. Здесь Лукашевич начинает Гордичук. Да нет, подпрыгнул сам Сидро. Пробить удалось. Завтра, конечно, матч, который, в принципе, может к обеим командам Брест прибить. Здесь Торпедо Неман, 21 час, прямая трансляция на 25. Также сыграют завтра ИС Вячеславии и Днепр-Слуцк. Победа Брестского Динамо, ну а воскресенье Смарагд Минск и Гомель Батэ закончится.